Всем привет! Хочу рассказать новую фишку. Ну, перед этим, вы помните, видео у нас было, мы ставили приложение смотреть YouTube. А сейчас я установил Media Station X. Это приложение устанавливается и на Android TV, и также устанавливается на любой другой Smart TV телевизор. То есть абсолютно на любой. Samsung, Sony, LG. А давайте пройдемся, как это делается. То есть вы просто в любом маркете находите Media Station X, и после его установки мы видим вот такой экран. Заходим в настройки, нажимаем настройки, и здесь вводим адрес. Адрес выглядит вот так. После чего нажимаем ввод, видим такой экран, нажимаем Yes, видим успешный вход, нажимаем ОК, можем зайти в настройки. К сожалению, не получается изменить настроечки. О, странно. На телевизоре у меня не удалось изменить настройки. 1080 и все. Здесь сам телевизор 1080, но тем не менее на приставке он позволил мне сменить. Это очень классно. После чего мы видим FX Mail Player, Fork Player, OTT Play, The Store, это магазин приложений. И вот, ну, в принципе, на этом видео можно было и закончить. Можете заходить, смотреть и сами удивляться, что это так здорово. И все это легко теперь возможно на любом Smart TV телевизоре. Хоть LG, хоть Samsung, хоть Android TV, хоть на чем. Сейчас, вообще, в данный момент я это все делаю с помощью приставки Xiaomi Mi Box S. То есть на любую приставку можете ставить, на любой Smart TV, на что хотите можете ставить. Ну и вот, допустим, посмотрим The Store. The Store выглядит вот так. Это приложение, которые какие-то платные, какие-то бесплатные, вы сами можете разобраться в них, можете посмотреть. Мне вот, допустим, понравилось, что сейчас мне доступно некоторые облака. Допустим, я пользуюсь Microsoft облаком, я пользуюсь Яндекс диском. То есть там у меня есть все фотографии абсолютно, которые загружаются постоянно. Поэтому, ну, мне это удобно. Если у кого-то на Smart TV телевизоре перестал работать YouTube, вы можете просто вот запустить этот YouTube. Давайте посмотрим. Так, что там? А, ну, нужно войти, да? Пропустить. Ну, если вы войдете, вы будете под своим аккаунтом, естественно. А здесь вот такая вот в браузере вот так выглядит. Так, голосового набора я не вижу здесь. Ну ладно, что сделаешь.
Еще я не вижу, что я набираю. Вот, пожалуйста, вы можете видеть. Вот так работает YouTube. Проведите выходные. Как обычно, реклама. Смотрите различные фильмы и сериалы за 1 рубль. Ну, если вы войдете под своим аккаунтом, естественно, рекламы у вас не будет. У меня, допустим, YouTube Premium. Ну, это видео вертикальное, поэтому, естественно, оно смотрится так. Алиса, что нового? Ну, вот таким образом. Папа! Насколько-то... Все, не забывайте. Алиса, вызови швы. Так, и так далее. Все, если... Все, если вам видео это было полезным, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Ну, я думаю, что о форк-плеере можно забыть. Хотя на моем канале это видео посмотрело очень много людей. Не помню сколько. 1000 раз. Поэтому подписывайтесь на канал. Всем пока.